Так. Здравия желаю, товарищ командир. Вы находитесь на учебном полигоне базы ВДВ, дислоцированный в ГФРГ. Так. О, так, ну конечно, понятно. Так. Я начала смотреть, изучите место для передвижения. Блин, так. Так, откройте. Так, что у нас указано? Это просмотр задач. Элта, меню сообщение. М. Дальняя карта местности. F1, вызов. Карта помощи. Так, потом откройте. Затем закройте карту, нажав на клавишу M. Нажимаем, не прятать. Тут так полигона. Что теперь? А, задача. Выдели бойца Дегала, щелк по нему мышью, или выдели Франка и прикажите ему перейти в режим подскок. Выделяем Дегала, ползком. Оп, приказали. Прапорщика Дегала дрессировал, как сказать, что нужно? Вам нужно послать Дегала для указанной точки. Ставить. И сюда бежим. Так. Приказать Дегалу укрыться за камнем. Дегала укрыться за камнем. Что игра так прикольная, как стратегия военная, мне такие как бы. Иногда по настроению. Так. Подведите нескольких бойцов ко мне и прикажите им укрыться. Выделяем бойцов. Сюда. Вот, все. А, выполняйте приказ. Никто. Ну я это сделал, просто выделил мало бойцов. Так, теперь нужно триодер, что альт. Понятно. Дальше нужно сделать. На, точнее, ракирус. Какая цель дальше? Если бы я не стрелкнулся в видах оружия, вторых убегало. Или бегал, или чего-то можно делать.
уже немного вон тебя припас отбегала. Пополнили комплект. Да, пополняю за тобой комплект. Бегал, вот мы видим в левом даже его выбрался. Еще полный. Все, прикажите бегал. Цель где у нас? Ну, шмаляй. Ты чё, косой, да? Вот не пора. Краса! И последний давай. О, есть. Так, а теперь надо приказать бойцу бегал оценить заряд C3-1 рядом с автомобилем. Угу. Автомобиль на пункте. Поехали. Куда иди, бойцы, побежали? Ага, отец могла не идти-то. Ну ладно, где бы я? А мне что дыхало, да? C3-1. Установи. Все, да. Бежит. Да, игра что-то мне так потихоньку начинает нравиться. Прикольно. Тебе же интересно, что у нас будет в обучении, а что же будет дальше? Интрига. Скорее всего, многие в этих выиграли, один я, наверное, не играл. Ну ничего, канал, в общем-то, про исторические игры. Бегал так, вот и надо, бегал так. Безопасное расстояние бегал, пошел. Бегом, бегом бегал. Вот, сейчас меня взрывать. Есть. Машины нет. Что дальше? Вроде. Точнее все так. Задача выделить ваших бойцов. Затем нажмите на кнопку построения цепи и укажите им двигаться к минному полю, не отпуская клавиши мыши. Двиньте курсор в сторону минного поля, и бойцы выстрелятся перед ним цепи. Ой. Ничего полегче для нас такого не нашлось. Именно поле нынче. Ага, а вот он. А вот они, которые на минном поле пойти. Проверьте размеры. Не опасайтесь за жизнь бойцов, здесь мы не встретились, и мы не учим. Цепи построились, ага, вот цепь. А, это какой-то отмороженный. Бегом.
Это уже интересно. Да, горы очень красивые, хоть графика на низшем уровне. Так. Так, выделяй Дыгала. Лечим бойца. Все, мы это вылечим. Так, а теперь зачем на танк показать? Я этого не понял. Так, теперь задача посадить экипаж 4 танкистов Т-62. Так, 4 танкиста. Выделяем этих ребят. Занять место на броне. В броню, товарищ. Хорошо. Бегу, я сказал. Да не залазит. Тут ничего. Типа круто он. Даже будет. А, нет. Будет все, все. Теперь надо приказать Т-62 перевести в указанную точку. Все, танк едет к нам. Урал. Итак, где у нас Урал? Фигач. На. Вот так красиво. Так, сильно пройдите экстренную эвакуацию экипажа горячий. Вот так. Как это сделать? Все, 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 все. Почему нельзя высадиться на броню? Что это за херня? Так, клавиша insert. Где же такая клавиша нажимает? Ого. А, вот это машина. Не нажимала, что теперь?
что-то сделать. Предыдущий так сорвался, я его не смог выбирать бойцов, но короче нужно сейчас посадить бойцов в другой танк на технику. Это БТР, да, ну да, это БТР. Мы выделяем все. Залезаем. А ты чё стал? Чё самый лысый? В темпе, все в темпе. Ну, посадил бы их чё дальше. Ну, двери закрылись, это всё. И что? А, теперь нужно ехать, что ли? Теперь нужно еще породить обычных бойцов вояк на броне. Сюда. Два человека прогонял. А не, их тут три, чё. Правильно, три хай бежат. Выполняя приказ. Короче, нужно сидеть с этим, понял? Чё вы стали ещё лобзики? Тупые, чё? Чё-то я тут, да. Вот, всё. Тупорылый. Вот и все, что забить, блин, не хотите убежать. Ну вот так вот побежит. О! Давай бегаем. На броню бегаем. Жив КамАЗ загрузил. КамАЗ побежит, но КамАЗ бежит. Вот сколько тут еще бойцов, три. Я выполняю я приказ. Бежать. Нормально.
больше техники на стене. Танк взорвался. Да, все. Фух, обучение пройдено. Конечно, что я затупил немного, вообще братовые игры такие очень-очень давно не играл. Так, теперь нужно что ли? Тап или куда? Ух, нифига себе. Ага, нужно использовать от него поддержку Хаубис Д-30 и нанесите артиллерийский удар по разрушенному кишелаку. Так, а где наши гаубицы? Вот это мне очень интересно. Тут у нас кто? А тут эти. А где взять гаубицы? Короче, нужно отправлять наших солдат сюда. Замерли все. Так, машины. Отправляем их сюда. Понял? А, нет, погибьте. А, вот Д-30. А, здесь еще град. Вот. Д-30. По этим поработаем. Вот здесь заряд. И... поддержку на дефицитный город, найдите артиллерийский удар по большему числу. А вот по мафии. А, прям в кишлак. Да, полигон не трогаем. Один град. Фигач. Так, град сейчас зарядится. Ну. Вот, они говорят, как осьяты. Интересно уже. А, теперь нужно орачом. Поддержку тормоза. Врач. И врач сейчас херанем. Обстрел. О, самолет обстреляли. Где? Град где?
да. Кишлак полностью разрушен. Где же он? Уничтожьте все мишени в кишлаке на севере карты. Так. Так. Это нужно... Все мишени чем? Нужная поддержка. Арт-поддержки. Ладно. Или надо бойцами ВДВ, да? Ждем обстрела. Вот еще время на их вполне ничего себе. У нас сохранится. Сохранили. Все, сейчас будет обстрел. Так, нужно позвать. Ну, наш. Сюда машина. Самолет еще работает. Да, пулянок мало. Типа, рад сюда поставить, да, рад бы разбил. Так, Урал уже наш едет. Самолет еще работает. Все, хватит. Дружок. Все, вали отсюда. Это втулило. Так. Выпадка из брони. Конечно, не броня, это транспортное средство, можно так сказать. И сразу наши начинают шмалять. Это уже интересно. Очень.
пошли. О, потихоньку валим. Все, самолет закидывает. Все, хай наши идут. Ну да, вы понимаете, чем больше просмотров на видео, тем это видео чаще выходит, и оно интереснее, что-то будет новое придумать. Как на Фростпиде не было, читаешь просмотр, оно сейчас не уходит. На, вижу на футболе, я еще буду снимать какие-нибудь турниры. Стилическую Pro Evolution, понимаете? Будет на 9-й роте, я еще буду типа футболировать. Все зависит от вас, в это время что-то наши почти обстреляли все. Нет, еще обстрелим. Пару целей. Сюда, пошли, бегом. А тут еще есть цели. Завалим. А вот цель. Есть. Ну что, бросать? Что? Сюда, двигаемся. Задача выполнена есть, я это сделал, что дальше смотрим.